Аллилуйя, апостол. У нас произошло во время молитвы такое чудо. О. Эта женщина 7 лет была прикована к коляске. Вау. Друзья, это чудо. 32 года назад на похоронах своего отца на нее навели проклятие. Мне кинули за шиворот землю. Потом я упала в могилу. В общем, была клиническая смерть. И через полгода поставили рассеянный склероз. Ну, я немножко ходила, но это было немножко. 7 лет назад я поранила ногу, и врачи сказали, ходить не буду вообще. Сегодня, когда вы молились, там, где у меня кость упирается, началось сильное жжение, я встала на ноги. Подошла наша пастор и говорит, давай походим по залу. Мы начали ходить по залу. Как я оказалась здесь, что со мной было, я не знаю. Но я благодарна. Вау, гляньте. Дайте коляску сюда. Вот, пожалуйста, это слава Божья. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я знаю, что и в прямом эфире сегодня есть люди, которые встали с колясок. И встали со своих постелей. Потому что Бог сегодня творит великие чудеса. Вы счастливы, правда? Очень и очень и очень. Я надеюсь, что через неделю я уже приеду, если не с ходунками, то просто... Не, уже все. Даже не допускайте мысли. Поняли? Все будет хорошо. Все будет отлично. 7 лет сидеть, а потом встать. Ну, как бы, знаете, надо немножко расходиться. Да. Мы все время, это апостол, ходили с ней здесь своими ногами. Она говорит, я уже даже могу, я поддержу, не переживайте. Я, говорит, я могу даже уже немножко подтанцовывать. И мы стояли за сценой, и она там прославляла Бога. Ну, сейчас она будет быстро уставать, может, но ничего. Все, пожалуйста. Слава Богу, друзья. Поддержи. Давайте мы воздадим славу. С Валентином можно? Она говорит, я с Валентином, можно? Конечно, можно. Давайте еще дадим славу Богу. А мы можем сильнее воздать хвалу Богу, когда Он творит такие чудеса. Аллилуйя. Я знаю, что сегодня были тысячи людей исцелены от рака. И в этом зале и по телевидению тысячи людей. И смертельные приговоры, они были отменены. И дарована жизнь самим Богом. Дайте сильную славу великому Богу. Аллилуйя! Эти наведенные проклятия были разрушены сегодня. И те, кто наводили проклятие, поверьте, именно в это время, когда я говорю, уже они переживают на себе свое же наведенное проклятие. Никуда не денешься. Так оно работает. Отдайте хорошие аплодисменты Богу.